Всем привет, друзья, с вами Фокс Малдер. Играем в игру под названием Resident Evil 4 часть. В прошлой серии мы с вами нашли какую-то чашку. В этой будем искать ее, куда сунуть, куда вставить ее, так сказать. Так, еще было у нас пара таких нехилых испытаний. Значится, карта. Ну, нас только прямо идти. Все, больше у нас дорог никуда нету. Но дверь закрыта. Хрен с ней, сейчас открою. Наверное, как раз применить придется чашку. Погоди, а что с автоматом-то хожу? Я с той серии так и не поменял его. Ну-ка, давай-ка поменяем. Что-нибудь полегче возьмем. Блин, проблема... А, стоп. Вот это надо продать. Чтобы место не занимало. И рассортируем быстренько наши припасы. Да давай, пизди быстрей. Правда, что у тебя там обновлено-то, может быть? Я у тебя не буду ничего покупать, я денег оставлю на винтовку лучше. Ослепляющая, вот она. А, наш 500 все стоит. Что-то я забыл совсем. Все, больше у нас ничего нет тебе продать-то. Так, зеленый, красный, фиолетовый. Я бы у него аптечку купил. Но этот хрен не хочет продавать мне ее. Почему, вот только не понять. Пистолет я не хочу покупать. Маузер. Блять. С ним Чапаев еще бегал. Ну. Так. Гранатомет, приклад. А, могу, стоп. Я могу аптечку купить. Давайте-ка я куплю одну. Ладно. А все, больше не могу. И то 5000 отдали, охренеть. Что у него там лучше-то? Мы вроде бы все там прикупили. Ружье. А, пистолет-пулемет что-то еще осталось. Да-да-да, точно. 20 тысяч и 15 тысяч. Скорость перезарядки. Да нет, я... Че? А, блядь, не ту кнопку нажал. Все. Пошли отсюда. У нас вот эти ворота еще мы никак... Не откроем, наверное, пока. А может быть, они вообще с другой стороны открываются. Нас интересует... А что нас интересует? А, вот... Да, это тот... Что? Что это у них в руках-то? Э, вы что, блядь? Самураи? Гребаные. Доставай большого брата, нах. Может, из них вон ракетницы пульнуть, нах? Хули бы нет, как, сейчас как уебу, нах. Ты, бляха-муха. Так, ну переверните-ка. Сюда воткнем. И всех четырех прям... Гранату мы сейчас метнем сначала. Точно. Блядь, да что ж такое-то? Точно, нах. Зажигательную. Не, обычную давай. Сначала обычную. Ну-ка. Я, наверное, не докину до них, к сожалению. Эшли. Стой-ка здесь. А я сейчас поговорю с ребятами-то. Блять, стой, дура! А, там за ним еще. Блять, почему так гранату-то кидаешь? Хреново. На, нахуй. Теперь берем пистолет, сука. Сколько там их было? Писерих одним ударом, блядь, как говорится. Натуре всех унесло, смотрите. Ой, блядь, клоуны, сука. Так, окошко. Погодите, а окна открыты. А почему они открыты? 1650, а здесь что такое? Патроны, отлично. 3 патрона от ружья. О! Так, стоп. К сожалению, я потратил одну гранату. Что это такое? Бирюза. А чё там? В окне ты? Свет в твоем окне. Почему окна открыты? Какого художника, спрашивается? Не знаю, чё здесь? А, камни. Ещё камень зеленый. У меня, по-моему, зеленый был уже. Шпинель. Ну, ничего полезного мы тут не нашли, в общем-то. Ну-ка. Так, follow me. Ну, там темно, не видно ни хрена. Картина маслом.
Негры ночью воруют уголь. Ладно. А, вот еще что-то. Стоять. Тут я не видел. Не видел. Шпинель, еще один шпинель. А, стоп, причем в это окно кто-то влетел. Или вылетел. Будем надеяться, что вылетел, блядь. А, вот, чашки как раз не хватает, которую мы нашли в предыдущей серии. Сейчас мы, значит, и откроем. А эту взять нельзя? Нет. Какой-то король, судя по всему. Или, может быть, царь. Хрен узнает, кто там у них. Тост за ваше величество. Давай. Тост так тост. Вот все. И что же нас ждет за той дверкой? Даже знать не хочу, как обычно, в общем-то. Открыть. А почему все окна разбиты? Все в осколках. Блять, змея, сука, ёб твою мать! Где ты, падла? Яйцо давай. На, нахуй. Кто не помнит, яйца нужны для лечения. Яйца можно съесть. В общем-то, неплохая такая аптечка. При всем, что занимает всего одну клеточку в нашем рюкзачке. Блять, я уже думал, в этом тоже змея сидит. Нет? Что произошло здесь? Смотрите, все окна разбиты. Кто тут, ну, ты самый, влетел? Стой-ка тут, нахуй, я сейчас проверю. Или, может быть, что такое здесь случилось? Открыть. 1800, неплохо. Денюжки. Или взрывом, может, каким-то это все вынесло. Опасаюсь я идти. Очень-очень-очень. Там над дверью, что ли? Или мне кажется, что кто-то сидит? Погоди, погоди. Смотрите. Ну-ка нахуй. Что там такое? Деньги. 2800, неплохо. Или это отражение просто такое какое-то? Да, это, видимо, судя по всему, отражение. Мне показалось, что блик, видимо, так падал. А мне показалось, что там кто-то шевелится. Патроны для дробовичка. Пошли. Ешли. Сейчас, хоп, блядь, утащил кто-то на... Ищи, блядь, ес. С огнем, днем с огнем, на... Ты кто, блядь? Что это за нахуй такой? Ну-ка. Большой брат. С нами. Хуя себе, блядь. А чё это, ну... Так, Эшли, ну-ка в пизду, стой здесь, нахуй. Чё это за хреновина такая? Её бьют? Ворота закрылись? Нет, открытые. Так, ну-ка, дура, иди сюда. А, может быть, это какой-то кокон, что ли? Иди сюда. Вот, стой тут. Куда? Хуй знает, что такое, не знаю. Давай посмотрим. А она пусть там стоит. Мост как стоять, надо глядеться сначала. Иначе мы сейчас пойдем, а эта херня лопнет, блядь, не дай боже. А может, и просто так висит на будущее. Мост, мост, мост. Что-то нам надо будет, наверное, сбить там. Обалдеть. Смотримся. Здесь что? Здесь провал. Все провалено, весь этаж почти. Но нам надо как-то будет открыть мост, судя по всему. Давайте попробуем. Блять, Эшли, сука! Что? Леон! Эшли! Сука, опять эти блохи, блять. Их все больше и больше. Тараканы, мухи, блядь, черные, фу, блядь, всех перебрал. Ты иди нахуй! Так, что мне надо делать? Погоди, погоди, сука! Съебала нахуй с меня!
Погоди, погоди. Я сейчас вам пизды всем дам, на. Тебе тоже, блядь, наваляю. Сдохни, мразь. Да, сука. На. На, мразь, блядь. Сдохла? Сдохла. Они сдыхают. Они сдыхают. На, сучера. Блядь, куда бабу-то опять унесла? Надо собрать тут все. А, это камни из них же вываливаются. Я забыл совсем. О, трава. Вот это заебись. Еще трава. Отлично. Как на мост опустить? Это что, все? Еще будет? Смотрите. А, вон он. Комар-то еще. Комар пискун, блядь. Как в сказках говорилось. Да хуя! Что ли? Куда он? Упал? С концами? Ну ладно, погодите, нам надо как-то решить, как мост опустить. Хотя я, по-моему, даже знаю. Надо... А! Стоп! Мост нам, наверное, не надо как-то сбивать. Мухи очень опасные, вот эти вот. А, так это не... А, это рычаг. Я думал, блядь, это дверь. Сука. Потянуть? Давай потянем. Сейчас, наверное, опять налетят. Да ёб твою мать. Во, наверное, сейчас надо будет сбивать петли-то. Ну-ка, пистолетик возьмем. Хуяч по петлям. Есть одна. Есть вторая. Все, отлично. Но сейчас они, наверное, опять налетят на меня, нет? Нет, смотрите-ка. Пока тишина. Это кокон. Мухи тут отсюда, значит, выводятся. Вот суки, как надо его, надо как-то сжечь, что ли, блядь. Я видел вот эту муху, то ли рука у меня, как у человеческой кости, то ли что ли, блядь. Хрен знает. Так, не упади только, ради бога, в пропасть-то, блядь. Открыть. Обалдеть, блядь. А где? Что-то местный знакомый. Я тут был? Нет, я тут не был. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Мы не взяли какую-то... Какое-то сокровище. Дайте к своим возьмем. А где оно? Так. Где-то вот здесь, что ли, оно? Ну-ка, по карте. Нет, а как же туда пролезть тогда? Оно где-то за этой стеной. А как нам за стену тут залезть? А, тут там окошки-то разбитые. Сейчас, подождите-ка, мы... Наверное, через окно можно перелезть, через какое-то. Ну, я так предполагаю. Муха была, да? Сзади мелькнул. Нет, а, дверь, наверное, закрылась. Тьфу, блядь. Точно, смотрите-ка. Обалдеть, еще на крышу можно залезть. Может, там Эшли как раз, туда ее унесли. Чем тут увидим хорошего? Ну, с хорошим-то я, конечно, переврал, блядь, но... Надежда еще есть. Сундук. Сундук, отлично. Блин, какая громадина какая, а? Сколько там этих мух-то, интересно? А вон еще одна сидит, смотрите-ка. Обедает, сука. Сдохла? Да, сдохла. Я не помню, раньше их из пистолета сложно было убить. И вот эти вот невидимые мухи. Лампы с бабочками в вашем дипломате, блядь. Это подъеб? Спрыгнуть. Давайте спрыгнем. Хоп, отлично. Побежали. Сейчас, наверное, исчезнет та хрень-то, что выпало, да? Нет, успели, успели. О, из них цветки вылетают. Растения. Вот за растение, конечно, отдельное спасибо. Больше нету? С этой стороны, может, желающие? Нет, больше нету. А там внизу что такое? Сейчас, ребят, погоди. Там темнота, пропасть. Надо просто определиться, что делать-то, блядь. Карта, куда мы вообще идем? Торговец и печатная машинка. Пункт назначения тут. Угу. В общем-то, все время прямо, как бы. Никуда не сворачивая. Патроны. Замечательно. Торговец, ты где?
Кто, блядь, тут мебель всю подшибал, суки? Торговец здесь. Печатная машинка здесь. А Эшли опять пизданули. Давай. Удиви. Редкий товар. Да ничего у тебя не появилось нового. Ничего у тебя нового не появилось, чувак. Винтовка. Вот эту винтовку я хотел купить за 35 тысяч. Но она... мне не по карману, да и засовывать ее некуда. Продать. Продать. Зажигательная ручная граната. Легкое ружье. Приклад, яйцо. Шпинель. Шпинель, как обычно. Сколько у нас их? Два. Шпинель, шпинель, шпинель. Где? А, вот бирюза. Сколько их? Два. 30 тысяч. Лампа с бабочками. У меня две лампы с бабочками, самое смешное. Красный камень. У меня зеленых камня два. Они, кстати, по 1000. А я в прошлой серии пизданул, что по 3. Black Tail. Смотрите-ка, мы пистолет можем улучшить. Пистолет – вещь нужная. Без пистолета никуда. Вот стоит ли она того? Или подкопить мне все-таки на винтовку? Anytime. Погоди. Трава. Сейчас мы траву распределим. Сколько клеток, интересно, винтовка-то занимает? Оп-оп-оп-оп, погоди. Пока рано нам травку использовать. Рановато, рановато. Яйцо там тоже одно не в тему стоит, кстати. Такое ощущение, что две клетки занимает. Хрен с ним, ладно. Сколько у нас патронов для винтовки? Для винтовки у нас, кстати, так, 51 патрон. А, стоп, вон еще одна пачка. Погоди. 60, 71. 71. Покупать, не покупать. А что нам продавать? Нам продавать все равно нечего. Гранаты можно, конечно, пульнуть. Карта. Где у нас еще торговец? И будет ли вообще есть один? А, это машинка печатная. Не знаю, будет, не будет. Хуй с ним, блядь. Пойдемте с тем, что есть. Сохранить. Там интересно, нас что-то, ну, неинтересно, судя по всему, нас там какая-то жопа поджидает. Бочка, бочка, бочка. Улица. Фонарь, аптека. Вот и нету, блядь, человек. Бирюза. Бирюза нам уже, по-моему, не пригодится, блядь. Так, стоп. Куда ты мне указал? Это... какая-то башня, блядь, с часами. Блядь. Неужели вы меня видите, мистер Кеннеди? Если ты ее тронешь, я тебе все кости переломаю. Сначала посмотрим, как ты это сможешь сделать. Я буду ждать. А чё этот? Блять. А почему? Какого хрена? Они там ведь где-то были. Вон. А. Мост надо как-то опустить. Ну, наверное, там нас жопа поджидает какая-то. Или много народу, или какое-то невероятно мощное чудовище. Скорее всего, второе, мне так думается. А, тут вообще закрытка. Красная трава есть. Да. Ух ты, тут закрыта дорога. Очень жаль, очень жаль. А тут доски заколочены. А, открыть. Погоди, открыть можно? Нет. Ворота надежно закрыты. Дурак, блядь, видит. И стрелять в них как-то тоже нельзя. Эх, эх, эх. Красная трава. Давайте смешаем ее с зеленой, чтобы место не занимало. Объединить. Ну ладно, пойдемте. Глядеть, что нас там ждет. Рычаг. И все. Все так просто. О, машинка печатная. Здесь пиздец будет. Давайте сразу. Это точно, блядь. 100%. Сразу сохранимся.
Угу. Наверное, кто-то выскочит из этих ворот. Ворота надежно заперты. Ну что, большой брат, гранаты, может быть, еще пригодятся. С помощью этого рычага можно повернуть мост. Повернуть? Потянуть? Да, потянуть. Повернуть, он поворачивает. А, ничего себе мост. Он поворачивается. Я думал, как-то опускается, как обычный мост. Хотя, ну что я туплю? Моста-то не было никакого. Сейчас что-то будет. Сейчас будет мясо, господа. Да хули побежали уж. Сейчас поглядим, что вот здесь такое? Это дверь? Нет. Это просто какой-то орнамент на здании. Здесь тоже ничего нету. Ну ладно, хрен с ним. Здоровье у меня пока нормальное. Травки есть. Так. Вот там что за дятел такой? А, это в спину, которому надо стрелять. Черт. Ты меня не очень не радуешь. Я тебя очень... Что ты там пиздишь, нах? Ну-ка я тебя сейчас успокою пистолетом, нах. Простым, простым пистолетом. Ой-ой-ой, мы того хуя завели. Сука, он ж слепой, блядь, я забыл совсем. Берем друга нашего. Он слепой, он не видит ни пизды. Он на этот самый, на шум. На шум он бежит. О, трава. Бля, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, чувак, бля, тихо! Ну ты чё, да иди нахуй! Стой-стой-стой, отбеги! Так, он воткнулся, отлично. На, сука! Блядь! Стыдно-то, блядь, давай с эмоциями-то поаккуратней, что ли, как-то. Так, стоп, я за щиточку. О, блядь, мудак я ебаный! Стой, 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 стой. Надо выстрелить, блядь, в него, нахуй, издалека. И все, он... Оп. Нет, не надо. Сейчас он сам добежит до нас. Сейчас сдох, падла. Три патрона и готов. Отлично, ворота открыты. Перезарядочка. 15... А, ну да, за него пятнашку ждают. Я совсем забыл. 15 косариков. Это вам... Не это. Так, все, пойдем. Взяли пистолет. Не знаю, правда, понадобится ли он нам сейчас. Хотя, хрен его знает. Может, там обычные человечки будут. Хули бы нет. Не дробовик же на них тратить. Патроны, три патрончика. Здесь... А, блин, вон, смотрите. Колокол был. То же самое можно было делать. Привлекать. То есть, видите... Че? Я... Нахуй я позвонил-то, блядь? Там бежит кто-то. А где вы? Я вас слышу. Но не вижу. Какого хуя? Погоди. А, вон лезет, блядь, мудак какой-то. На, в яйца. Все. На, еще раз в яйца. Загнулся? Да что ты... А, патрон, ну это сам пистолет-то у меня. Мощный же, блядь. Мы же его улучшили в... О, отлично. Мы же его улучшили в какой-то из серий. Еще. 10. Десяточка, это вообще неплохо. Патрончиков от дробовика. Тут нет ничего. Ой, блядь, ну что? Не знаю даже, может сохраниться еще раз бегать туда. Блядь, давайте так и сделаем, а? Мне очень как-то смущает тот момент, что сейчас будет мясо. Добежим лучше, чтобы того чувака опять не пиздить, у которого сердце в спине. Или какая-то артерия, блядь, что там у него в спине. Перезаписать. Сохранение недолго будет длиться, но оно крайне полезно. Потому что мы сейчас сдохнем, скорее всего. Чтобы не мочить заново. Мы раз, пробежим просто. И все. И вступим в бой снова. И вновь начинается бой. Что-то подозрительно тихо, блядь. И Ленин такой молодой. Опа. Что-то светится. Блядь, да что ты, сука, см... Да ты чё, блядь?
Серьезно, что ли? Я с метра не могу. А, может, ее просто взять надо? Сука, идиот, блядь. Ой, блядь. Шпинели. А вот зачем мне шпинели нужны? Так. Если продавцов тут больше нету. Тут вообще тупик. Вот, все, нахуй. Эшли. Эшли... Ёпты. Мистер Кеннеди. Вам не кажется, что пора уже завязывать с этим? Ёпты, мать. Леон! Я успел? Успел! Я успел среагировать на кнопки. Обалденно. А где этот сладкий звучок чего-то пронзания? Хочешь, покажу тебе мой старый трюк? Да как ты смеешь? Ну все, с меня хватит, убить его! Убейте его! Кого его ты, да? Быстренько, будем готовиться к ритуалу. А, это же какие-то... Леон, ты жив? Мухи же какие-то мутировавшие. Точно, я совсем забыл. Что же может быть у вас? Что же может быть у вас 9 жизней? Но это ничего не значит сейчас, мистер Кеннеди. Я послал мою правую руку расправиться с вами. Твоя правая рука ушла сама. Говори, что хочешь. Умри ты, червяк! Ух ты, блять, коротышка ебаная. Я в каком. Блять, ебаный в рот. Я в каком-то толчке, блять, ощутился. Сука, а здесь же мух, наверное, вот этих вот полно, невидимых. Чё за хуйня тут, блядь? Мыши какие-то летучие. Я надеюсь, они меня не едят. О, продавец, блядь. Да ну нахуй. Ты чё тут делаешь, блядь? Придурок, блядь. Здесь, наверное, точка пользуется спросом. Вот, вот, вот стоят покупатели. Там еще он висит, висит парочка. Ну-ка, карта, где мы очутились? Ебать, тут еще. Я уж думал, сейчас все, конец игры, нахуй. Какой нахуй? Тут еще нам серии, блядь, на 5, наверное. Охуеть, прикольно, классно. Я вообще в восторге от этой игры, если честно. Не хотел даже, чтобы она заканчивалась. Так, мухи, идите нахуй. Я вас не звал. Надо... Я куда иду-то, блядь? А, я иду к звезде. Верхом на звезде. Так, а что тут у нас? Вот какая-то хрень. Хрень, корона что ли, да? Корона в вашем дипломате. Слушайте, если сейчас вот хватит у нас денег, наверное, я куплю винтовку нам. Гранатка. Гранатка, отлично. Самое смешное, мы прошли с вами это... Испытание с первого раза. У меня появились редкие товары, незнакомец. Продать. Камни мы там находили. А я думал, все уж, если честно, сейчас будет какой-то финальный босс, блядь, сейчас мы его размотаем. Господи, боже мой, пардон. Эта девица бросится нам на грудь, как в голливудском фильме. То есть, любовь придет. Нечаянно. Нагрянет нежданно, блядь. Там, как вы. На заднем фоне шум полиции, блядь. Все как в Голливуде. Хуй там, хочу сказать. Играем дальше. Так, лампа с бабочками. 4500. Что в нее засок? Корона. В короне есть два углубления, в которых можно что-то вставить. Может быть, камни... А, камни, смотрите-ка. Может быть, камни действительно. Купить. Что мы можем купить? У меня денег 55 тысяч, кстати, уже неплохо. Каратель. Короля, это у нас было. Бабочка. Страйкер. Да ладно, блядь. Страйкер? А он же был у нас в какой-то игрушке. Это дробовик, но улучшенный. У него, по-моему, 12 патронов емкости обоймы. Так, а у него урон 6. А у нас, по-моему, уже больше. У нас 11 емкости обоймы. Нам как бы вот это уже
Не очень-то и надо. Винтовка. Винтовка полуавтомат. Вот эту я хотел бы, конечно, купить. 223-го калибра. Чё, блядь, это танка, что ли, нахуй? Гранатомет, я не знаю, вообще, наверное, не стоит покупать. Ракетница, приклад. Приклад для маузера. Оптический прицел, винтовка. А что, его отдельно, что ли, еще покупают? А он с ней-то не идет, что ли? А она еще десятку стоит. Да вы что, блядь? Что за обдираловка, нахуй? Лекарство. Ну-ка, погоди. Лучше, что мы там можем улучшить? Блэктейл. Ружье, легкое ружье, страйкер. У меня мое легкое ружье, кстати. Темп стрельбы только ниже. Это что, блядь, мне как бы хватает. Не знаю, ребят, стоит ли ее вообще покупать. Может быть, просто это улучшить. Фу-ху. Эй! 1000 боярских, блядь. 32 000. Заманчиво. Блядь, знает, чем заманить. Тем более, урон становится 7. Емкость обоймы можно до 13 сделать. Не знаю, блядь. Так, стоять. Пиздеть, не мешки ворочать. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Мне интересно... да, мыши съебали нахуй. В корону камни какие-нибудь можно засунуть? В корону камни. Так, где у нас корона? Российской империи. И объединить. Нет? Блядь, странно. Ну, у меня две кружки, блядь, причем вот этих вот ебаных. Почему в корону-то нельзя камни засунуть? Объединить. Может, другой? Тоже нет. А может, зеленый? У меня и зеленых-то два. Да что ты будешь делать-то? А, о! Может, вот такие? Тоже нет. Да что ж ты будешь делать? Нехороший человек. Блять, что нам делать-то? Кобыли хуй приделать. Пистолет у нас. О, желтая трава. А где мы ее взяли, я что-то не помню. Объединить. Вот с этим объединить. Гранат у нас целая куча. Блять, винтовка-то не влезет-то. Сука. Дробовик я, наверное, вообще так оставлю. Пока что. Пока что. Сейчас маленько тут рассортируем. Ну, хотя бы вот так. Сейчас глянем на карту. Где у нас карта? Вот у нас карта. Будет ли там еще продавец где-то? Да, будет. Причем не один. Вот пока мы идем до той следующей точки, где есть продавец, мы с вами подумаем, стоит ли покупать винтовку или все-таки что-то с дробовиком делать нашим. Хотя по-любому страйкер будет лучше. Перезаписать, да. Ну, кстати, по-моему, меньше места занимает даже. Запись завершена. Но, ребят, будем мы думать в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Фокс Малдер. До новых встреч и всем пока.